Так, ребята, мы дальше находимся в лесах Северной Испании. Итак, нашел гриб, который называется зонтик. Посмотрите на него. Здоровый такой гриб. Посмотрите, какой. Так, не видно, что он большой, но смотрите, ладошку мою ставлю. Да? Вот. Высота. Большие грибы. Ножик. Для сравнения. Огромнейшие просто грибы. Хороший. Это хороший гриб, видите. Конечно, он похож на плохой, но это хороший гриб. О, покатился. Посмотрите, вот я его взял в руку. Да, вот моя ладонь. Вот какой гриб здоровый. Вот еще один такой же экземпляр. Вот. А там он еще вдалеке молоденький растет. Вот так вот. Леса Северной Испании богаты на грибы. Здесь просто рай для грибников.